Москва выразила протест послу Британии из-за якобы причастности британских специалистов к атакам украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении МИД Российской Федерации. Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов подготовки и поставки подразделений сил специальной операции Украины, в частности с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона, говорится в сообщении. В МИД Российской Федерации заявили, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям. Было указано на недопустимые подобные вражеские провокации и предъявлено требование немедленно их прекратить. В случае продолжения таких актов агрессии, которые могут привести к прямому вовлечению в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношении между нашими государствами будет полностью лежать на британской стороне, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.